Уважаемый господин президент, я очень благодарю вас за возможность присутствовать здесь. Для меня большая честь, что я могу быть первым премьер-министром Венгрии, который официально наносит визит вашей родине. Когда я задумался о своих зарубежных поездках после пандемии, куда поехать впервые, я подумал, что давайте поедем туда, куда мы уже давно обещаем. И этим визитом мы вам обязаны уже давно. Так что я по многим причинам могу радоваться тому, что я здесь. И я немножко порылся в своей памяти, и я помню, что была одна международная встреча, на которой мы с вами очень хорошо поговорили. В Стамбуле. И там нам посчастливилось поговорить. Так что у меня есть очень приятные личные воспоминания. Но я хочу подтвердить ваши слова. Между нашими странами нет никаких неурегулированных споров. Я не вижу никаких политических столкновений. Мы не помним ничего такого, чтобы Беларусь когда-то неуважительно отнеслась к Венгрии. И не помним ничего такого, когда бы мы вам не отдали должное уважение. То есть, в принципе, все хорошо. Но, к сожалению, вы правы, что мы очень мало из этого подчеркнули. Наши политические контакты недостаточно тесны. Мы мало разговариваем друг с другом. И объем экономического сотрудничества тоже очень скромен. Хотя мы в Будапеште знаем, что Беларусь развитая страна. Мы всегда с большим уважением относились к машиностроительной промышленности и пищевой промышленности. Мы очень высоко ценим культуру вашей страны. И очень высоко ценим ваши достижения в области спорта. Я очень надеюсь, что наша сегодняшняя встреча будет обозначать очень значительный шаг вперед. Я приехал с искренними намерениями о сотрудничестве.